Всем привет! Друзья мои, приглашаю вас сегодня со мной на прогулку. Никаких разговоров, никаких серьезных тем. Просто прогуляемся, но с небольшой физической нагрузкой. Поэтому обязательно одевайте спортивную одежду, обувь, чтобы ползти в горы, и айда гулять. Поднялись на вершину рядом с монастырем Святой Троицы. Здесь вот такая красота. Путь, кстати, сложный. Обязательно наденьте специальные ботинки для похода в горы. Здесь, как я понимаю, похоронена моя мама. Вот, посмотрите, здесь такие отверстия, промытые водой. Очень красиво. Это 2 километра от нашего дома. Вот такая красота. Но спускаться очень тяжело будет, я На территории монастыря растет такая ель. Слушайте, она вообще, у нее какие-то фантастические иголки. Я не перестаю удивляться. Каждый раз подхожу с ней, здороваюсь, любуюсь ей. Посмотрите, они как пластмассовые. Где они взяли такую ель? Посмотрите, даже на ощупь как пластмассовые. Шикарные. А что такое?
красавчики. Понравилось видео? Не забудьте поставить автору лайк. И новички, обязательно подпишитесь на мой канал. Обнимаю вас. Пока-пока.